have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, вы ничего не пропустили, Амиция говорит, пожалуйста, найди траву, это не она, нет, не то, что надо, хорошо, вот, а также она говорит мелкому, радуйся, что ты не один из этих гниющих веселых трупиков, ну, как вам бы сказать, учитывая, в каком говне тут все находится, можно только посоветовать героям не быть унылым говном, а быть веселыми какашками. Ну а так все нормально. No flowers here. Oh, Lord, focus, focus. Hey, we're here now. It's all right. Он стоит и просто ждет, пока я найду. Not the right shape. There's nothing here, Lucas. I know. Let's check the house. Yes, it has to be there. In the house. О, эти, иди сюда. Мелкий перец, иди сюда. Ну вон же. А, я понял. Мне придется самому достать. I know that one. Chamomile. Oh, nice plant. Very useful. Она его в ухо тычет. Ну конечно, это же Bluetooth. Ромашку нашла и радуется. О, дай шляпу поносить. The florist, the herbalist's wife, they killed her. Oh no, bastards! She was gentle. Мне кажется, что она просто подохла, потому что не хотела быть в такой отвратительной игре, потому что, знаете, вон там живые как себя ведут в городе, и они ведут себя точно так же, только у нее есть оправдание, она мертвая, а они просто мертвые, но стоят на ногах. Поэтому она сейчас в лучшем положении, наверное, чем те живые, которые в городе. Ну, идем в домик. А что мы взяли? Элементы взяли. А, да, я же теперь могу разбирать всякую фигню. Горшочек меда. Я их убью, если смогу. А, сработала катсцена, ну хорошо. Да, останешься контролировать. Бля, там что-то здоровое, смотрите, зверь, а. Что-то с таким ростом и именем зверь не может быть чем-то нормальным, это точно один из боссов. Да она дышит, она просто не носом дышит, успокойся, все нормально. У нее эти задние чакры открылись. The nightshade before they do. I have to. No. You're in no state to do this. Давай, давай, мелкий, пойди сделай что-нибудь полезное. Блин, мне же придется его спасать потом, да? Зачем? Если что-нибудь. Иди уже, алхимик-недоучка. Блин, они в шлемах. У меня сколько ножей? У меня один нож. У тебя острый недостаток мозга в организме, вот что с тобой не так, понимаешь? От этого все твои проблемы в этой жизни. Но мы это, пожалуй, опустим, потому что такая тема не будет подниматься в дальнейшем по сценарию. Обсуждать ее сейчас бесполезно. Блин, чуваки в шлемах, мне вот прям это не нравится. Ой, там птицы привязаны. Да-да-да, ты ходи в полный рост, чтобы побольше привлечь себе внимание. Скрипи досками, шуми. Давай, давай, там же солдат за стенкой ходит. Давай, конечно. А, что я сказал? Мне придется идти за мелким звездюком. Ладно. Так, хорошо. Найдите и спасите Луку. Андер, который еще и тут. Oh,
let him go by himself. Oh, you stop being weak. Stop being scared. Go get him back. No more holding back. Save him, whatever it takes. A looter? Lucas, he's alive. Crazy enough to come up here. Bastards, when I get to you. Хватит трындеть мне, я пытаюсь солдат слушать, она мне... Тут... Вот этого надо нокнуть. Вот этот жить не должен. Так, это что-то очень глазастый был. Я сейчас вылезу, он меня увидит, да? Их нет солдата. Иди от меня, уйди от меня, свали от меня, просто исчезни в никуда. Раз я их вырубаю, выпустите. Впусти ее обратно, там не игровая зона, я бы от них отделался. Я потерял? Один потерял. Они, да-да-да, они. Нас тут 25 человек. Сколько у меня ножей? Один. Я не буду его тратить. Я этих... Свали от меня. Я этих метателей поубивал. Они типа норм. Тут три вот этих мудозвона ходят. Не-не-не, он не живой, нормально. У него, знаете, там есть такая штука, если у человека находят камни в почках и всякое такое, то это очень больно. Так вот, у этого чувака камни в мозгу, это уже не лечится. Они меня очень быстро находят. Очень чертовски быстро находят. Это просто звездец. Я встаю на полсекунды. Эта штука меня там через 35 километров просто видит, замечает. Я не знаю, как будто я не против людей играю, а против каких-то, я бы сказал, ботов. А? Как вам такое предположение? Где там был сундук, который я хочу открыть? Вот там можно утонуться. Да-да-да, все из-за тебя, да. Ты вот такая вот... Я тебе с самого начала первой игры говорю, что ты вообще никакая, а ты мне... Так, это забираем. Я сундук там видел, я вернусь. Погодите, так не годится. Я убивал людей, я хочу лут. Я продал душу дьяволу. Я хочу лут. И печеньку. Так, где оно там было? Сюда мне вроде не надо. Так где этот сраный сундук-то? Я его потерял. Я его только что видел, хотел еще даже открыть, пока они за мной бегут. Блин. Что-то мне это напоминает ту картину. Где же этот сраный шекель, да? Мне кажется. Погоди. Вот это я точно заберу. Но это не тот сундук, это другой. Тот не так выглядел. У того была родинка справа. Элементы получены. Ай, черт с тобой. Пойдем. Нам наверх. Да, быстрее, именно быстрее. А, тут еще другой мудозвонище ходит. Ну, мне, в принципе, на него. А, не надо. I'll make them pay. Да. Оно под столы заглядывает, прикинь. Ты, в смысле?
Так. Это что сейчас было? Я кинул туда, оно пошло сюда? Так стелс тут работает. Хорошо, я вас понял. Погодите, а куда мне? Я думал, мне сюда. А, тут непробиваемые кусты, я вас понял, хорошо. Зачем ты сюда пришел? Объясни, пожалуйста. Я ему прям в лицо выпал, а так nothing, да. Да, они заглядывают под столы. Животные. Ну, свали оттуда. Да, он подождет, ему нормально. Да иди ж ты! Минус нож. Контроль точка будет аж там в начале. Идите к черту, если там в начале. А, не, нормально. Нормально. Куда мне? А, мне вон туда. Погодите. Странно не то слово. Странно, что ты меня заметил. Нож, интересно, у меня забрали или нет? А, мне вон туда! Не совсем очевидно, ну ладно. Speak, boy. Who's with you? Come on. Man like you couldn't come here by himself. Speak now, or I kill you. Just let me go. It's me you want. Did they hurt you? I'll survive. Ясен пень, будешь жить и сожалеть каждую секунду прожитой твоей мелкой жизни. Что это? Я не собираюсь их хендлить. Давай, чувак, выбираемся отсюда. See, they're nothing! Nothing to be scared of! Amicia, what are you doing? We have to go! No! I'm tired of being afraid! I'll show them that it's over! Come! Иди сюда! Нет, нож не забрали, хорошо. Intruder here! She's armed! Shoot the bags, Amicia! It'll blind Yes! Yes! На! У чувака щит, у чувака кольчуга. Но нет. Девчуля с этим, с ножом все зарешает. Run! You're just scared! You have to drive fear into them! Yes, follow me! Good dog! Главное навестись именно в момент... Just a kid that's killing you! Patience. It'll be your turn soon. In there! Pour in our glass! Yes, come! Come try! Look! This is how it works now! I set the rules! Enough!
The army's honor's in our hands! No! It's in mine now! You're dead! You're goddamn dead! Не-не-не-не-не! Блин, ну их двое, а оно что, у меня один? Я что-то собрал, кстати. Вставай, 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 вставай! Ему это ничего не сделало. Нормально. Ну и как я его должен пройти? Как мне это проходить, объясните, пожалуйста. Их два. Нож, дайте. Нож, 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 нож. Кривое переключение, как я его обожаю просто. Давай, 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 оклимывайся скорее. Все. Нет! А вот и босс, а вот и босс. Здравствуйте, здравствуйте, босс. Босс совсем не хорош. Блин. Их нужно было раскручивать. Но я нож потратил на одного, второго нужно было раскручивать. Чувак, зверь, я бы на твоем месте, знаешь, задумался бы о качестве твоих солдат. Если девчонка с прощой смогла размотать 15 человек и еще дошла до туда, еще на поле убила там нескольких... Слушайте, 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 у меня есть хорошая идея. Берете кочергу, раскаливаете ее и запихиваете, желательно, через ноздрю, чтобы накрутить мозг. Вот это было бы прикольно. Нет, но они все равно так быстро сдохнут. Надо придумать какое-то другое отверстие, кроме мозга. Ой, кроме ноздрей. Так Гуга сейчас обретет крыс, он их и спасет, мне кажется. Сейчас он придет, приедет сюда на горе крыс, всех их сожрет крысами и спасет вот эту дуреху и не дал химика. Да он у тебя, кукуха, у тебя давно поехал, успокойся, сейчас тебе уже терять нечего. You are not them. You are the room. Да, семьи Дерунов. Так погодите, а как же помучать, а как же кочерга, а как же все то, что мы планировали? Но со зверем нам придется сражаться. Я помню крестоносцы из первой части. Stop there. We'll wait for the executioner. He must be finishing one right now. Cave in front of the beast. You're cold meat now. Food for the crows. Sounds like it. You kill trained men who will come. Lucas, stairs. Run. You won't last. What the hell? What was that? I call it stupefaction. You'll get used to it. И никого на пути, никого во всей странной тюрьме. Два человека, которые не обращали внимания на то, что творится. Вас их сейчас еще запрут. Ай, блин. Держите меня, семеро. Что так смешно? Так, я не могу тут...
А, я остался без снаряжения. Блин, там проща была. Ты понимаешь, что ты можешь вот меч взять? Меч гребаный на столе лежит. Возьми, пожалуйста, в руку. Убивай людей. Без снаряжения она осталась. Я промолчу. Ладно, ты не хочешь шлем, он тяжелый. Но тут мечи, тут куча всего. Убежали. Убегите из тюрьмы, убегите из крепости. Идеи все лучше и лучше. Хорошо. Ты можешь прыгнуть? Я хочу прыгнуть. Ладно, прыгнуть, видимо, не получится. Придется по стеночке топать. Stick to the plan. Чувак чуть не улетел только что. Знаете, что сейчас не хватает? Голубя, который будет клевать ногу. Если вы понимаете, о чем я. Нужен голубь, который будет клевать ногу. Я могу двигаться? Почему-то странно, но вверх. Да типа вперед, хотя я не... Ёпарес, это... Хотя я не иду вперед, я... Кстати, виды были, да, прикольные. Виды мне понравились. Готику. Дайте мне лук, пожалуйста. Дайте мне орудовать луком, а не этой странной прощой. Скинь его! Скинь его вниз, ну ты чё? Блин, ну ты безрукая. Возьми меч, закали его к черту, пусть он улетит вниз. Ну, то есть... Я бы тоже посмотрел на это. Но я каждый раз катсцены, наслаждаюсь катсценами, когда ее топором рубят, так что... Ладно, я могу подождать с повешением. Еще один лук. Здравствуйте. Вы же понимаете, что это привлечет внимание? Он же просто останется стоять, да? Ну, то есть... Он никуда не пойдет, он не пойдет разбираться, выяснять. Он просто вон очухался. Блин, офигеть, какие же тут неписи тупые. Да, сам он сходи. Пойди капитану доложи своему, а то ты орешь, тебя никто не слышит. А вон еще один дурачок. Два дурачка. Плохо. Дурачков много становится, это не очень хорошо. Камера не позволяет мне смотреть на лицо. Камера позволяет мне смотреть вот сюда, но не позволяет смотреть на лицо. Спасибо. Так, нам сюда, видимо. И тут мы эту дверку тоже запрем, это чекпоинт. Все, что надо открыть вдвоем, это чекпоинт. Такс. Знаете что, ребят, давайте тогда... Ладно, давайте попробуем пробраться. Я хотел сказать, что давайте закончим на этом серию.
Ну, давайте попробуем пробраться. Я очень сомневаюсь, что мы сбежим отсюда. Я думаю, что в последнюю минуту появится The Beast. Вот, схватит ее за морду и просто раздает. Ладно, он ее не раздает. Она главный герой, она защищена сценарием. Ее ничто никогда не раздавит. А если раздавит, то заставит мучиться меня, а не ее, потому что меня заставит перепроходить это все. I think we found that depot. Really? Yes, you're right. So that means the nightshade should be somewhere here. And my sling too. All right, you look for the nightshade. I'll look for my sling. We may need it. Right. Nightshade. Убедите, из крепости зачеркнуто. То что, типа, безопасно? Найдите вещи. Weapons. Там были мечи, knives. Ты тупая. Не буду говорить, кто. No sling. Let's try somewhere else. Let's pray no one comes in. Or we're... No. Don't say that word. Yes. Видите, вот эта штука мелькает. Это ключ. Ключ нужно будет сбить с помощью пращи, иначе меня отсюда не выпустят. Ну, это не ключ, но это очень похоже на что-то, что нужно будет разбить с помощью пращи. Видите? А, это мостик. Тьфу ты, блин, это кольцо просто. У меня просто ключ металлический висит. Нет. Короче, мне его надо будет в любом случае разбить с помощью пращи, поэтому мне нужна будет эта фигня. Сделать же вторую пращу просто невозможно. Это технологии будущего, а ей принесли его инопланетяне? Неужели нет? Вот, и второе, оно такое никогда не в жизни не сделает, особенно находясь на складе. А ты не подумала, что твою прощу никто даже оружием не посчитает, ее не будут ложить рядом с мечами, рядом с арбалетами и всяким таким? Она может быть вообще даже не здесь! Ее могли даже не принести сюда, почему ты так уверен, что она... Нет, понимаешь, что она тут, потому что это игра. Но... There's a lot of useful things here. That smell. That's... Yes. I've got the nightshade, Amicia. Finally. Looks locked. Maybe with a knife? Ah, maybe with a knife. Да, вот оно все, конечно. I got it. Careful with that, right? И knife, кстати. Let's get to the door and get out of here. Не-не-не, погоди с get out of here. Тут у нас есть еще пара вещей. Не ломай нож! Не ломай! Там мечи были! Блин, нет, просто... Я промолчу. Так, что я могу сделать? У меня есть одни инструменты, то есть можно что-то одно загрейдить. Видите, у меня 64, а ну 65. Ну ладно, там в любом случае два инструмента нужно. 64, блин, это подло, ребят. Тут тоже нужно два инструмента. Давайте что будем делать? Химию. Больше химических снарядов, а это больше кувшинов. Да ну не знаю, на самом деле. Да давайте и то прокачаем. Сначала это, потом то. Когда у нас появится возможность. Ну, наверное, да, потраченный нож того стоил. Где оно было? А тут у нас... Wait, I know this. Lucas, they have a map of Guyenne. Really? What's it doing here? I don't know. Here's the ocean. The lake. Home was... It was around here, yes. Hey, don't torture yourself with this right now. Yes. It's... All in the past. Это типа было просто воспоминание. Тогда это бесполезно. Выйди, пожалуйста. Тогда это просто бесполезно. Учитывая, какая здесь такая себе история, то мне оно не очень... Что это за... Это баллист этот? Все, мы валим, ты уже ждешь? Дождался, мелкий. So, God. Before we go. Don't know, don't care. You don't want to go out there, believe me. Damn, the gate is right there. There are too many. We can't sneak past them. And we can't stay either.
We need a plan. I don't know. This place is full of things. Let's take a look around. Of course. You see what I see? What? Давай я тебя подкину, я вижу белую полоску. Иди сюда, я тебя подкину. The ballista. Баллиста, да. I've gathered enough materials here to make a large quantity of stupefaccio. So we stick the paste to the tip of the bolt, shoot it, and hopefully the friction from the impact will light it up. And we'll get enough smoke to blind them all. If it works. We don't have any better ideas. Надежный план, блин, офигенный, как швейцарские часы. I don't see anything. There has to be something. Hey, go fetch more men! We're doubling the headcount on patrols. We must hurry. They'll be eating. Можно я shift нажимаю, если we must hurry? Мы можем побегать немножко? There could be. Дай я тебя подсажу немного, и сам залезешь, сам сделаешь. I found a cart. Yes, well done. Let's get that in place. А, он ее сам тащит. Огромный шкаф. Без колесиков, без нифига. А, это вот эту карту ты нашел, ага. They're far too quiet. The mess in town must be playing to our advantage. Yes, they're getting scared. Такие звуки. Let's man that crank. Тут ничего нету. Тут деньги есть, например. Вам не надо? Нормально у вас все, да? Вы... А, ну ты же из богатой семьи Дерунов. Это они точно не услышат. Они это точно не услышат. Люди, стоящие за воротами, точно этого не услышат. Да-да-да, давай. Оп-оп. Лукас, я нужен, чтобы ты заботился об этом. Натурально. Down we go. It's working. А вам нормально, что 12-летний пацан может это сделать, а? Так, а где противовес-то сбить? Вон, вижу, наверное. Сейчас. Сейчас, держи, держи, чувак, держи. Ты не устанешь, я в тебя верю. The chain's cut. You can let go. Good. Let's get it to the door, quick. Вы еще это толк? 11-летний пацан. Извините, но будут толкать это к двери. Без поворотного механизма на колесах. Нет, хорошо, это как раз те моменты, из-за которого я в это играю. Тут смешно. I think the crank on the side arms it. I'm on it. So, when do you open the doors? I won't. Shoot through it. We need friction to get the reaction. What? But we don't even know if it will go through. Too late for that. Get ready. I am. Хорошо, хоть меня не заставили бежать через это. Спасибо. Спасибо, игра. Итак, дома. At last, what took you so long? Well, I... А мужику, по-моему, хана. А нет, что-то он бледный какой-то сидит. We have everything. We shall give this to him. Yes, we've lost enough time already. How is he? Exhausted. He fell asleep when it calmed down. Please, he's tell fine. Him... He's in good hands. The best, you can be sure. I hope so. For your sake. Да иди ты нафиг, мелкая. Тут человек пришел делом заниматься, а ты это... Так, неужели следующее... Да, мы дошли до 4 главы. Yes. Ладно, ребятушки, да. На этом тогда серию будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодшек. Всем покеда.